Доктор Машинкова. Это бетономешалка. Она возвращается со стройки, куда отвозила цементную смесь. Дома уже готовы. Теперь нужно строить мост. Подъезжай, бетономешалка! Мы сделаем из тебя мощный и сильный подъемный кран. Снимаем барабан и платформу. Устанавливаем кабину крана и опоры, поршень и стрелу. Еще противовес, двигатель крана, трос. Готово! Теперь мы можем строить мост. Спасибо, доктор Машинкова! Отличная работа! Мост готов! А подъемный кран опять поехал в автомастерскую. Доктор Машинкова убирает мусор. Тоже поможет ей освободить полный мусорный бак. Подъемный кран, давай сделаем из тебя мусоровоз. Это очень просто. Снимем стрелу. Опоры, кабину и поставим контейнер для мусора. Готово! Теперь можно вывозить мусор. Доктор Машинкова поблагодарила мусоровоз. А мусоровоз доктора Машинкову, ведь ему так понравилось трансформироваться в разные машины. До свидания, мусоровоз! Интересно, кто приедет к доктору Машинковой в следующий раз?